Crimson Ruby. Такая корневая система. Высаживаем под прозрачную пленку. Расстояние между растениями 80 сантиметров. Традиционно высаживаем с помощью рассадного пистолета. Два человека на высадке. Третий человек мульчирует, то есть обсыпает растения со всех сторон, дабы закрыть отверстие, проделанное пистолетом. Ну и тут же укладываем пленку, при этом одновременно фрезеруем почву. Это очень важно, потому что когда корень попадает в почву, он должен легко, корень, проходить между, ну как, в структуре этой почвы. Она должна быть мягкая, рыхлая. Если будет плотная, растение будет очень долго развиваться. Мало того, надо следить за тем, чтобы почва не уплотнялась, иначе может возникнуть неприятная такая болячка, заболевание, как фузариоз, так как фузариум является анаэробным микроорганизмом. Капельную ленту кладем немножко сбоку, на ту с краю, садим центр. Центр садим, дабы когда мы культивировали с помощью культиватора широкозахватного, лапы, проходя под пленкой, не задевали корень.